23 должника были приглашены на заседание межведомственной комиссии по вопросу погашения налоговых задолженностей в администрацию Одинцовского округа. Сумма их общего долга составляет порядка 78 миллионов рублей. В период подготовки к заседанию комиссии 9 должников частично или в полном объеме оплатили или урегулировали задолженность на сумму 42 миллиона рублей. То есть из той задолженности половина уже погашена. Но что хочется сказать, как видите, если было приглашено 23 должника, то явились из них всего лишь 5. При этом, как отметила Людмила Тарасова, часть из пришедших должников могла бы быть более подготовлена к разговору, если бы заранее, до заседания комиссии, произвела сверку своих документов в налоговой инспекции. Пустая трата времени, она нам эффекта никакого не дает. Вы знаете, конец года сейчас загружены неимоверно. Поэтому лучше не ждать, чтобы мы здесь говорили, там, идите в налоговую на сверку. Мы можем вас сконтактировать быстро. Обращайтесь только. Мы готовы всегда помогать. На местах с должниками работают представители теруправлений. В этот раз успешная работа была проведена в Барвихинском, Кубинке и Больших Веземах. Между тем, не все физические и юридические лица серьезно относятся к погашению своей весьма внушительной задолженности. Мы должны оплачивать труд людей из бюджета. А вы только 2 дня тому назад приступили к своим долгам. Вот объясните мне, почему не выходите на связь, почему у вас такая задолженность, а в протокол мы записываем до 15 января погасить всю задолженность. Всего в этом году было проведено 21 заседание межведомственной комиссии по задолженности в бюджет. Общая сумма рассмотренной задолженности по налогам и неналоговым платежам в бюджет составила 2 миллиарда рублей. По результатам работы комиссии на 20 декабря 2021 года погашена и урегулирована задолженность в консолидированный бюджет Московской области в сумме 1 миллиард 310 миллионов рублей или почти 65% от суммы отработанной задолженности. Как подчеркнула Людмила Тарасова, начальникам теруправления следует усилить работу с должниками, а также при необходимости с судебными приставами и правоохранительными органами. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».